полезет в багажник. Он полез, да? Странно, да? Что когда из багажника течет кровь, люди лезут в багажник, чтобы посмотреть, что там. Как ты считаешь? Я считаю, это нормально. Это была ирония, придурок. Твой брат все видел, он может нас сдать. Нам необходимо от него избавиться. Ты че, это же брат. Я знаю, что ты не можешь. Пусть пойдет с нами на дело и во всем поучаствует. Надо, чтобы все были на этом повязаны. Только знаешь что? Мы тебе прикид сменим и стрижку. Пацаны не поймут. Салфетки есть у кого вложены? Ну все, теперь филировать надо.